Да ну! Да ну! Какого черта? Минус 28? Как? 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 Офигеть, я ДЦП. Ты просто сверхчеловек, я не знаю, ты сверхразум, как? Да! Хей, йоу, ребята, Кента ПК на проводе, и прямо сегодня будет мега-битва. Кента ПК против... Тик-така, ребят, всем привет. Ребята, прямо сейчас, с начала данного ролика, вам надо поставить лайки. Ребят, ну как ни крути, лайк и подписка равно большая вкусная сосиска. Ну, ребята, ставим лайки и подписываемся. Лайки крутятся, ножи мутятся, пацаны. Да, давайте. И, ребята, и самое главное, Тик-так, расскажи, на что мы играем. Мы играем на нож. Какой? Мы играем на нож M9 Bayonet. И поэтому, ребята, игра очень-очень напряжена. И Тик-так, как обычно, уже заложил бомбу. Наложил уже в штаны. Ах ты! Ах ты, иди в задницу! Да ну! Да ну! Какого черта? Минус 28? Я не в стол попал. Офигеть. Блин, как же я обожаю рандомы. Ребята! 1-0. Резанул, как в тот момент, когда я тебе выстрелил в голову, и ты типа первый немножко. Так у меня 100 хп, у меня 100 хп. Я знаю, так я тебе выстрелил. А, ну может быть. Показал, что стрельнул, но... Да, да, бывает такое иногда. Ребята, как думаете, кто сильнее, кто победит в этой нелегкой битве? Напишите прямо сейчас в комментарии. А также, ребята, хэштег «Я киборг», наша постоянная рубрика. Ну чё, Тик-так, ты готов мне уже отдать нож? У тебя же тоже есть M9 Bayonet, правильно? Первый раунд тебе просто я тебе поддался, считай. Ядрить, колотить, пуля возле головы пролетела! Молодой человек, не пугайте меня так сильно. Опа. Опа. Америка, Европа, Азия, Евразия и Тик-так! Амхазия. Опа. Сколько тебе хп там, я не понял? На миллиард! Офигеть, дядь, я тебя еле убил. Сколько тебе хп сейчас было? У меня было 20 с чем-то хп, вроде бы как. По тебе 4 раза попал? Это что ты за живучий тик-так? Я не знаю, я просто терминатор, ребят, я убийца, 1-1. Походу, Тик-Так хочет камбэк. Но, ребята, мы все знаем, что Тик-Так отдаст мне нож. Там будет 8-1. Я даже с закрытыми глазами сейчас буду играть. С закрытыми глазами? Да, играю с закрытыми глазами. Ой, да не смеши меня. По звукам играю. Давай-давай, по звукам, давай-давай! Так, ребята, 1-1. Все нормально. И, кажись, Тик-Так где-то тут. Ну, давай... Ах ты! Как? Как? Ты же орал с закрытыми глазами, алло! Да, так я тебя услышал. Да, конечно, с закрытыми глазами. Ах ты. А я тебе поверил. Я тебе поверил. Я почувствовал себя. Присутствие твое, понимаешь? Да? Сейчас ты почувствуешь пулю между глаз. О, дядя, ты шо? Давай. Угрожаешь, это угроза? Да, это угрозы. Да, да, да. Понятно, так вот. Ох ты, блин, граната перед лицом разорвалась. Ого. О, как? Ё-моё! Как? Офигеть! Как? Ты просто сверхчеловек, просто я не знаю, ты сверхразум, как? Так, ну что же, ребята, мы продолжаем дальше нашу битву. Тик-так меня попросил сильно его не убивать. Ну, конечно. Ой, я ослепил сам себя, дядя, что делать? Я ничего не вижу. Я тебе сейчас помогу, я тебе сейчас помогу! О, да. Офигеть, я ДЦП. Блин. Я взял, сам себя ослепил. А почему, короче, а ты заметил, что, короче, ты когда кидаешь флешку и даже как бы прячешься за коробки, тебя все равно ослепляют? Потому что, короче, я такую тему заметил, все, что простреливается, то через него можно прослеплять. Не всегда, реально. Я вот просто сейчас кинул, как бы спрятался за коробку, а меня ослепило. И ты меня убил из-за этого. Ну да, да, сейчас буду убивать не только из-за этого, 2-3, только начало. Это только начало! Для тебя это уже конец. Это начало великой битвы. Кента ПК против Тик-Тока! Да, ты где? Я тебя не вижу, ты где? Эй, все, я тебя врыл сразу, это было зря. Это зря? Ты шо? Хочешь, чтобы я... Это была самая большая ошибка в твоей жизни. Разозлился и взял что-то посерьезнее? Посерьезней? Я тебя еще возьму посерьезней. Дробенштейн хочешь, чтобы... Давай, бери дробовик, давай, давай. Он тебе не поможет. Тебе ничто не поможет против меня. Против тебя? А ты что, такой проигрок? Я проигрок. Ты чё? Какой нахрен дробовик? Давай, я с пистолетом играю, с пистолетом, давай. С каким еще пистолетом? Давай, давай. У меня 4 хп, рот мне в лаге! Ого! Сколько хп, сколько хп? Признайся, только честно скажи. Ну реально, насколько мало, скажи честно. Настолько мало, что ты меня можешь убить прямо сейчас. Ну давай.
Что ты не стреляешь? Я жду! Спалился? Да. И ты спалился. Я знаю, где это. Если я спалился, значит ты спалился. Ты где-то тут. Я чувствую! Ребят, я жажду крови тик-така. Ты где? Ну выходи! Да! Кто пошел? Офигеть! 4-3. Вот это понимаю. Пошла жара в хату. Ребята, хэштег камбэк и хэштег киборг. Поехали! Братан, когда будешь отдавать М9 Байонет, тебе ничто не поможет. Поэтому готовься, готовься. Поверь, М9 Байонет сегодня будет мой. Только Dragon Glass. У меня же Dragon Glass, и ты, значит, должен Dragon Glass отдать. Ну, я надеюсь, ты это понимаешь. Байонет. Да иди в задницу! Минус 60 хп с гранаты! Чувак, ты просто какой-то нереальный. Ну ты что, дядь? Это ты? Я тебя не заметил даже. Это ты только что был, да? Я думал, букашку раздавил какую-то. Букашку? Сейчас ты извинишься за эти слова. Ты готов извиниться? Скажи честно. Ну, давай. Сейчас будут большие извинения. Я просто скажу так. Готовься. Просто готовься. Потому что... это будет жестко! Да ну в задницу! Да ну в задницу! Фух! Фух! Как? Как? 6-3! Да ну... Не, проигрывать нельзя. Все, в этом раунде 100% беру победу. 100%. Ты сам напросился. Давай. Блин. А я буду в этом раунде Дигл Мастер. Дигл Мастер? Какой Дигл Мастер? Ну, посмотри. Ты еще будешь M9 Байонет отдавать ему с мастер, ясно, кто ты будешь? Ого. Тише. Сейчас one tap, one kill, смотри. One tap, one kill. Ой. Так. Ой. Посмотрим, кто из нас тут будет мастером. А где ты? Ну я где-то тут. Опа! Обошел меня! Привет, тик-так! Ой! Какой классный AWM Sport V2, но он мне не очень нравится. Да. 6-4. Вот так вот взял и просто обошел. Нормально. Ну да. Братан, по закупочной цене M9 Bayonet стоит 3900, поэтому, если что, ну, можешь продавать. Это ты просто говоришь, сколько я заработаю, да? Нет, я говорю, сколько ты можешь продавать. Твой байонет? Ну, нормально, окей. Так. Ядреть, колотить 6-4! Так. Опа! Ага! Убил, значит, кента, да? Убил меня! Ага. Блин, ребят, плохие дела. Чёт, кажись, очень плохие дела. Да, ну, 7-4, да ну! Так, ну что ж, ребята, 7-4, и, к сожалению, тик-так! Тик-так, этот цыпулька выигрывает. Ну ничего, ребята, еще не все утеряно. Мы сможем это сделать. Просто за имя всех киборгов. Так, ну что? Ты где там? Давай, я тебя жду. Это я тебя жду. Ты меня ждешь? Ты думаешь, самый умный или как? Так я топ-киборг, я глав-киборг, я тихо, самый умный. Ой, меня откатило назад, тебя тоже? Да, меня откатило. Ща пуля между глаз тебя тоже откатит. Да блин, чувак, не страшно, ты где? А, что? Да, 9 да, кп! 9 кп! Все, ты труп, ты просто труп. Я отвечаю! Да! Офигеть! 7-5, да! Мы это сделаем, ребята, просто жест дует. Просто жест, 9 кп было у меня. Блин, ну честно, это очень жестко. Я думаю, за это надо реально поставить лайк. Решил тупо зарашить, поддаться тебе. А ты взял вот так вот воспользовался моим, давай, моим благородием. Сейчас я воспользуюсь не только твоим благородием, а еще кое-чем. А, своим Dragon Glass'ом, чтобы меня отдать. Давай. Да! 8-5! Ну блин, ну почти убил! Блин, 36 хп осталось, да, ну кому? Ну ты тупо слишком переосилил свою. Эх, ребята. Что можешь сказать? Минус Dragon Glass, блин, тик-так. Я с тобой больше никогда не буду дуэлиться, ну, да, ты надоел. Постоянно, он постоянно играет с Члениксом и меня выигрывает, надоел. Вот как его выключишь, пиши мне. Скажи, а ты без Членикса? Я не использую Членикс. Членикс используют только нехорошие люди. Ну что же, ребята, с вами был Кента ПК и... И тик-так. Ссылочка на мой канал будет в описании. Спасибо всем большое за просмотр. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Ссылочка на канал тик-така тоже в описании. Всем пока-пока, ребят. Пока.